Всем привет, с вами Света, и сегодня мы будем играть в игру Adventure and in Equestria. Тут очень клевая музыка играет в меню, просто вот под нее можно сразу вот так вот танцевать, короче, очень все классно. По-любому надо будет скачать себе на плеер. В общем-то, да, эта игра первая как приключение в Эквестрии, да, это визуальная новелла новая про My Little Pony, ну не новая, а старая уже, но пофигу, блин, насколько же здесь клевая музыка, я просто, я не знаю. Блин, я все ее скачиваю. Ну, впрочем, ладно, блин, это реально супер. Блин, уже все ради песни уже можно... Я не знаю, насколько серии вообще зайдет эта новелла, но... Судя по всему, она довольно-таки длинная, и самое интересное, что это еще бета-версия, да, это реально странно, да, бета-версия. Что-то у нас как-то много бета-версий новелл, но мне кажется, что она уже почти полная, ну, почти. Ладно, давайте новую игру запустим. Итак, что, где это я? Эпплджек, добро пожаловать в Эквестрию, меня зовут Эпплджек. Что? Где я, черт возьми? Я же сказала, что ты в Эквестрии. Тебя перенесло сюда в Твайлайт, используя заклинание из библиотеки. Как там его? Стирвирла Бородатого. И ловко улыбнулась. Какая еще Твайлайт? Кто она вообще такая? Твайлайт это принцесса дружбы. Она одна из аликорнов. Аликорны? В Эквестрии существуют три вида пони. Пегасы, единороги и земнопони. Аликорны же сочетают в себе все качества трех рас. В Эквестрии их четыре. Это принцесса Селестия, принцесса Луна, принцесса Кейденс и принцесса Твайлайт. Это не сон случай. Во всяком случае, решать тебе. Есть ли у тебя еще вопросы? Да. О, уже смотрите, нам в самом начале дают выбор. Так, зачем вы перенесли меня сюда? Что это за место? Вот, сюда все испортишь, блин, браузер. Что мне нужно сделать? Так... Думаю, мы спросим, зачем вы принесли меня сюда, это логичнее. Твайлайт хочет больше знать о твоей расе. Так вот, подправлю края. Что это за место, что мне нужно? Давайте спросим, что это за место. Это окраина Панивилли, одного из городов Эквестрии. Что мне нужно сделать? Иди к замку Твайлайт, он находится недалеко от магазина Перья и Дивана. Если пойдешь по этой тропинке, выйдешь на центральную площадь Панивилли. А дальше и сам все поймешь. Похоже, это и есть центральная площадь Панивилли. Но где же магазин Перья и Диваны? Нужно спросить у кого-нибудь дорогу. Музыка из игры My Little Pony от Game & Loft. Я увидела двух пони, сидящих на лавочке. Я не тот край подтягиваю. Я увидела двух пони, сидящих на лавочке. Здравствуйте, не могли бы мне подсказать, как пройти к магазину Перья и Диваны? Они такие сидят, это Лира и Бон-Бон. У них такие глаза еще удивленные. Лира, привет. Вот она обрадуется, когда только узнает, что человек, что мы люди, что мы люди, что мы человек. Конечно, двигайтесь вдоль реки, когда увидите здание, похожее на торт, поверните направо. Там и будет магазин Перья и Диваны. Спасибо. Похоже, вы первый раз у нас в городе. Да, в первый. И откуда же вы приехали? Сказать, я вообще не из этого мира счастлива, да, я так и знала. Это как? Эпплджек сказала, что Твайлайт принесла меня сюда, чтобы разузнать больше о моей расе. Так что теперь я должен к ней добраться. Ну тогда понятно. Зная способности Твайлайт, я не удивляюсь, что у нас в Панивилли все лавочки стали шоколадными. Смеялась. Типа, хи-хи. Спасибо за помощь, а теперь я, пожалуй, пойду. Пока. Идя по дороге, я наткнулся на развилку. Черт, они не говорили, что здесь дороги разделяются. Куда же идти? Кстати, смотрите на заднем фоне замок вот этот вот. Когда мы играли в как там, Брони и Пони новеллу, там была такая более старая версия. Ну, вообще, если ты вот тут на развилке, то чтобы попасть в магазин, тебе нужно прямо идти. Давайте пойдем прямо, потому что... Да, потому что в сахарном уголке, и там, соответственно, развилка как Перья и Диваны. Похоже, это и есть сахарный уголок. Теперь уже найти магазин Перья и Диваны. Пинки Пай.
Уху, новый пони в нашем прекрасном городе. Меня зовут Пинки Пай. Я местный организатор вечеринок и пекарь. Ты обязательно должен прийти сегодня на вечеринку, посвященную твоему приезду. Привет, я бы рад, но мне нужно попасть к Твайлайт. Ну, пожалуйста, я обязан сделать вечеринку в честь твоего приезда в Понивиль. Я делаю для каждого своего друга. Если я не сделаю вечеринку для тебя, то ты будешь грустить. А если ты будешь грустить, то ты не будешь счастливым в нашем городе. Если ты не будешь счастливым в нашем городе, то у тебя не будет друзей. И это все из-за того, что я не провела для тебя вечеринку. И я буду чувствовать себя просто ужасно, что из-за меня ты не смог жить в нашем городе. Поэтому я просто обязана сделать эту вечеринку. О, блин, беги. У меня уже язык устал. Я согласиться пойти на вечеринку Пинки Пай, отказаться. Ну, блин, ну ты что, согласиться и пойти? Ну как можно отказаться? Ведь, блин, Пинки Пай, она же расстроится. Она что, на камине, и все будет плохо. Какой я оптимист. Ухо, я рада, а ты рад? Конечно, я просто обожаю вечеринки. Тогда давай быстрее пройдем в сахарный уголок. В смысле, а разве вы не собираетесь их организовывать? Значит, чтобы устроить супер-мега-супер-пупер-вечеринку, нам надо, чтобы на нее пришли как можно больше пони. И кого же именно мне нужно позвать? Вот, держи, в этом списке все, кого нужно пригласить. Хорошо, тогда я пойду. Я выхожу из сахарного уголка. Первая в списке Чирли. Она должна... Чирли? Я подошел к школе. Похоже, это есть понедельская школа. Значит, учительница должна быть там. Вот Чирайли ее зовут. Я же говорила. Добрый день, меня зовут Чирайли. Вам что-то нужно? Добрый день, меня послала Пинки Пай, чтобы я пригласила вас на вечеринку в честь моего приезда в Понивиль. Обязательно приду, обожаю вечеринки, которые организует Пинки. Хорошо, тогда до встречи. До свидания. Следующий по списку Винил Скрич и Октавия. Как написала Пинки, они живут в центре Понивиля, напротив спа-салона. Похоже, это и есть спа-салон. Значит, дом Винила Октавии может быть где-то здесь. Я очень... Очень странный дом. Октавия и Винила должны быть тут. Музыка опять. Блин, тут музыка вообще божественная. Как? Класс, супер, короче. Добрый день, вы что-то хотели? Добрый день, да? Я пришел, чтобы пригласить вас на вечеринку Пинки Пай. Мы обязательно придем. А во сколько начинается эта туса? 18:00, еще Пинки Пай просила, чтобы вы сыграли на ее вечеринке. Но мы играем в совершенно разных стилях, а дуэтном выступлении не может быть и речи. Да ладно, вы же на свадьбе, по-моему, там организовались и... Короче, ну, помните, какую-то там серию была создана по Броне. Типа Броне ее придумали, персонажи там... Там было про свадьбу двух вот этих осла и ослихи. Ну, короче... Она, по-моему, в пятом сезоне была. Так что же мне делать? Есть одна идея, и ты можешь выбрать, кто из нас будет играть на твоей вечеринке. А кто из вас какую музыку играет? Я играю классическую музыку, а я играю дабстеп. Блин, вот... А кто тут музыка? Я ее слышала где-то. Классика или дабстеп? Ну, давайте подумаем. Классика или дабстеп? Как вы думаете, что больше нравится? Дабстеп. Это классная музыка, черт возьми, чел. Да, классика это как-то... Я выбрал музыку для вечеринки. Вот это я понимаю, настоящий музыкальный вкус. Ладно, я буду ждать вас в 18:00 в сахарном уголке. Мне пора идти, буду ждать вас с нетерпением. Пока. Итак, следующая в списке реалити. Она живет в бутике Карусель. А вот и бутик Карусель. Я постучал в дверь. Добрый день. Боже, дорогуша, что произошло с вашей гривой? А почему ты называешь меня дорогуша, если я вроде бы жеребец, да? Ну мы же играем за, судя по всему, пони мужского пола, но нет. А почему она дорогуша нас называет? Или она так в мультфильме делала, я не помню уже. С ней что-то не так? Что-то не так, это просто ужасно. Это не подходит всему вашему образу, нужно срочно что-то менять.
Я бы рад, но у меня очень много дел. Я пришел к вам, чтобы пригласить вас на вечеринку, которую организует Пинки Пай в честь моего приезда в Понивиль. Вечеринку? Я бы пришла, но у меня есть неотложные дела. Очень жаль. Хотя, если вы мне поможете, то я обязательно смогу прийти на вашу вечеринку. Да, конечно, я вам помогу. У нас есть на это время. Почему у меня нет времени? Спасибо. Так чем же я могу вам помочь? Заходите, я вам все расскажу. Итак, я заказала в магазине атлас для ленты для моего нового платья. Их должны были уже привезти в магазин, но у меня никак не хватает времени, чтобы их забрать. Не могли бы вы их забрать и принести мне? Это позволит сделать мой последний наряд быстрее, и тогда я смогу пойти на вашу вечеринку. Отлично, я скоро вернусь. Я ушел в сторону магазина. Итак, похоже, это тот магазин, о котором говорила Рейлити. Я зашел в магазин. Добрый день, я пришел, чтобы забрать заказ, который сделала Рейлити. У нее не хватает времени, чтобы забрать его лично. Здравствуйте, да, конечно, я принесу заказ. Терпи говорит. Вот заказ, про который вы говорили. Ну, взять заказ, думаю, у нас есть выбор. Я взял заказ. Спасибо, до свидания. Пока. Привет, Рейлити, я принес твой заказ. Спасибо вам большое. Вы даже не представляете, как вы мне помогли. О, нет. Что случилось? Они опять все напутали. Я заказывала розовую ленту с синей каймой. А они сделали мне синюю ленту с розовой каймой. Теперь я не смогу завершить свою лучшую коллекцию. Не смогу пойти на твою вечеринку. Что же мне делать? Есть один вариант. На окраине Понивиля живет один дизайнер. Если ты сможешь договориться, то у него обязательно найдется нужная мне лента. Хорошо, я поговорю с ним. Тут нет функции прочитать то, что она там сказала, случайно перемотала. Я все равно попробую удачи. Судя по всему, она сказала, что типа у тебя ничего не получится, и он там не разрешит тебе. Похоже, это есть дом дизайнера. Модельер, проваливай. Прошу прощения, мне сказали, что здесь живет модельер. Я бы хотел приобрести кое-что. Я же говорила, что больше ничего не шью. Я зашел в дом дизайнера. Мне срочно нужна розовая лента с синей каймой. Ну, заброшенный домик. Я еще раз повторяю, я больше ничего не шью. Что случилось? Это произошло прошлым летом, как только я прибыла в Манхэттен. У меня сразу же появилось чувство, что хорошо, эта поездка не закончится. Сначала 2 часа не могли найти мой багаж, потом я час не могла добраться до гостиницы. А в гостинице оказалось, что мой номер уже занят, мне пришлось поселиться в единственный свободный номер на 20 этаже. Ну, давай, это как бы вежливо. Я поинтересовался рассказом модельера, и к тому же мне самое интересно, что произошло дальше. Дальше со мной начали твориться странные вещи. Пока я ходила по магазинам, кто-то пробрался в мой номер и испортил все мои вещи. Хвала Селестия, что мои наряды из новой коллекции в тот момент были в пути. Поддержать, отнестись равнодушно, возразить. А возразить-то к чему? Я не понимаю. Давайте поддержим, потому что я не понимаю, что значит возразить. Может быть, кто-то подстроил все это, чтобы срывать ваш показ? Поддержал это, я понимаю, да. Я только сейчас это поняла, но тогда я не придала этому значения. И зря. А зря, ведь если бы я сразу среагировала, то проблем можно было избежать. Что же произошло дальше? Дальше все стало хуже. На следующий день, пока я ходила на почту узнать о доставке моих нарядов, мою комнату затопили. Когда я пыталась узнать, кто же жил в комнате выше меня, то оказалось, что этот этаж даже не был введен в эксплуатацию. Более того, на этом этаже даже не был приведен водопровод. Я не знаю, почему тут нам выразить равнодушие, потому что лично вот мне интересно, что произошло. Интересно же, да? И чем же закончилась эта история? В итоге, когда мои наряды прибыли в Манхэттен, я так спешила, что не удосужилась проверить их состояние, так как они пришли с большим опозданием. И я уже опаздывала на показ. Когда я уже была готова выходить на сцену, представить мои наряды, я увидела, что вся моя коллекция была залита чернилами. И мне пришлось выходить на сцену с этим ужасом. Я была опозорена. Критики разбили мою коллекцию в пух и прах. И после этого я полностью перестала заниматься всем, что связано с шитьем. Поддержать. Сохранить. Мне кажется, что это бесполезно.
Я понимаю, как вы себя чувствуете, но ведь на этом жизнь не заканчивается. Вы не должны за одной неудачей ставить крест на всей своей карьере. Вы можете стать лучшим дизайнером во всей квестере. Да, кстати, вот эти слова, это прям вообще правильные, потому что когда что-то идет не так, у меня такое тоже с каналом тоже было, то есть когда все вот падает уже, да, там, вот эти те же самые игры, например, какие-то, да, вот, они... Их мало кто смотрит, там дизлайки, да, но нельзя из-за этого сдаваться и говорить, что типа все, я больше не буду ничего снимать, не буду больше не играть, рисовать в том числе, да, если что-то не получается. Нужно просто вот поставить цель и идти к ней. И нельзя просто так бросать все это, потому что иначе все. Иначе бесполезно что-либо делать. К тому же, если у тебя есть талант к этому, то нужно его развивать. Ой, что-то с музыкой произошло. Судьи сказали, что мне никогда не стать модельерами, я обречена на неудачи. Ну, во-первых, это уже можно... Я опять это прокомментирую, что как бы они сказали это, да, но в этот момент она, может быть, она бы... Ее бы, типа, похвалили, сказали, что она хороший модельер. Просто ей не повезло, там кто-то залил наряды чернилами. Просто не повезло, и это не значит, что все уже совсем плохо. Так докажите им, что они ошибались. Докажите, что вы можете создать что-то действительно стоящее. Знаете, вы правы. Я так зациклилась на своей неудаче, что перестала пытаться что-либо сделать. Я докажу, что я могу сделать что-то стоящее. Спасибо вам, что открыли мне глаза. Не за что. Я рад был помочь разобраться в себе. Вам не нужна была розовая лента с голубой окантовкой? Вот, держите, она осталась у меня с того показа. Это единственное, что не пострадало от чернил. Еще раз спасибо и до свидания. И вам спасибо, удачи. Итак, лента у меня. Рерити, я достал ленту, которую ты просила. О боже мой, спасибо, спасибо, спасибо. Я все-таки смогу закончить свое платье. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ты отблагодаришь меня, если придешь на мою вечеринку. О, конечно, с радостью. А во сколько она начинается? 18:00 в сахарном уголке. Хорошо, я обязательно приду. Я очень рад. Ладно, мне пора идти. Встретимся на вечеринке. Пока. Рерити заходит в бутик «Карусель». Какая милая и культурная пони. С ней очень приятно общаться. Итак, следующие списки Лиры и Бон-Бон. Как написала Пинки Пай, они живут напротив Пеннивильской ратуши. Итак, вот и дом Лиры и Бон-Бон. Но где же они? Я увидел на двери записку. Мы ушли к мэру Грива за документами. Будем через 2 часа. Я увидел неподалеку стоящего пони. Добрый день, не могли бы вы мне подсказать, где можно найти мэра Гриву? Велтон, ничего себе, они тут прорисовали персонажей, типа, ну, которые не My Little Pony, они прорисовали персонажей, короче. Это необычно, обычно в новеллах таких вот не делают. Привет, да, конечно, тебе надо спуститься вниз по этой улице. Там ты увидишь огромное здание, это будет Пеннивильская ратуша. Благодарю, вы мне очень помогли. Если не секрет, то зачем нужна мэр Грива? Я ищу Лиру и Бон-Бон, а на двери их дома висела записка, что они ушли к мэру Гриве. Эмма, вы ее знаете? Да, конечно, это моя старая знакомая. Если быть честным, я влюблен в нее со школы, но она об этом даже не догадывается. Так почему же ты не признаешься ей в любви? Ты шутишь? Я простой художник, какое у нас может быть будущее? Ну, раз уж мы идем по доброму пути, мне вспоминается путь пацифиста Undertale, то мы выберем поддержать, потому что, как бы, нужно это сделать, но иначе это как-то неправильно. Мне не все равно, я решил поддержать Велтона. Это не важно, главное, что ты любишь ее, и ты должен в этом признаться, иначе и дальше будешь мучить себя. Но она такая красивая, добрая, вежливая, я там случайно нажала на пробел вновь. Ты должен поверить в себя, ведь ты не простой художник. Завтра ты сможешь нарисовать лучшую картину за всю историю Эквестрии. Но это все будет бессмысленно, если ты всю жизнь будешь карать себя тем, что не сказал того, что должен. Поэтому не бойся, подойди к ней, признайся во всем. Я уверен, что она ответит взаимностью. Знаешь, а ты прав. Я сегодня же пойду к ней и признаюсь во всем. Признаюсь, как сильно я ее люблю, как долго я не осмелился ей это сказать. И надеюсь, она все поймет. Молодец, так держать. С таким настроем ты точно ее добьешься. Ой, я уже на самом деле устала читать. Ой, у меня уже рот, короче, болит уже, я реально, язык уже заплетается. Спасибо тебе большое, я еще никогда не чувствовала настолько уверенным себя. И тебе спасибо за помощь, пока. Пока.
Я направился вниз по улице. Похоже, это и есть Поневильская ратуша. Значит, Лира и Бун-Бун должны быть здесь. Я постучал в дверь ратуши. Добрый день, вам что-то нужно? Здравствуйте, я ищу Лиру и Бун-Бун. Они здесь? Да, они как раз пришли ко мне за документами. Я могу с ними поговорить? Да, конечно, я сейчас их позову. Выходит Лира и Бун-Бун. Я, привет. А вот и наш старый друг. Ну что, нашел дорогу Твайлайт? Не успел по дороге, я встретил Пинки Пай. Она решила устроить вечеринку в мою честь, и я отправился приглашать гостей. Кстати, об этом, я пришел, чтобы пригласить вас на вечеринку. Я с радостью приду, обожаю вечеринки Пинки Пай, в особенности яблочные маффины. Я тоже приду, обожаю танцевать. Это прекрасно, я счастлив, что вы придете на вечеринку. А во сколько она состоится? 18:00. Отлично, мы как раз в это время свободны. Лира Хастрингс, ваши документы готовы, заберите их у секретаря. Ладно, нам пора идти. Еще раз спасибо за приглашение, мы обязательно придем. Пока. Похоже, больше в списке никого нет. Пора возвращаться к Пинке, надеюсь, у нее уже все готово. Это странно, потому что, да, что-то как-то мало гостей будет. И, кстати, я заметила также, что в этой новелле, как вот в прошлой Брони и Пони, там тут тоже вечеринку устраивают Пинки Пай, это как-то однообразненько уже. Привет, Пинки, я уже всех пригласила, у тебя как, все готово? Да, конечно, уже все готово, у тебя еще есть 1.5 часа до начала вечеринки, можешь пойти в гостевую комнату отдохнуть. Тебе понадобится много сил на твою супер-мега-классную вечеринку. Хорошая идея, тогда я пойду. Да, иди, приятных снов. Хорошо. Я пошел в гостевую комнату. Думаю, поспать мне не помешает. Чувствую, вечеринка будет просто бомба. Я уснул. И Луна. Луна. Я проснулся. Не знаю, чем меня так это удивило, но да. Пора встречать гостей. Всем привет, очень рад поприветствовать вас на вечеринке в честь моего приезда в Понивилле. Развлекайтесь и сделайте эту вечеринку самой лучшей во всей Эквестрии. Я подошел к Лире и Бун-Бун. Ну что, как вам вечеринка? Просто супер, это лучшая вечеринка, которую когда-либо организовывала Пинки Пай. Мне хочется прям под песню подпевать. Поддерживаю, Пинки Пай просто постаралась над этой вечеринкой. Я тоже так думаю. Ну вы развлекайтесь, я пойду узнаю мнение других гостей. Удачи! Я подошел к Релити. Привет, как тебе вечеринка? Она просто восхитительная. Я никогда не видела более изумительного празднования. Кстати, как дела с вашей коллекцией? О, с коллекцией все прекрасно. Еще раз спасибо за вашу помощь. Не знаю, что бы я без вас сделала. Да ничего особенного. Так бы поступил любой другой житель Понивилля. Кстати, каков наш городок? Он просто восхитителен. Я никогда в жизни не видел столь прекраснейшего города. Особенно мне нравится, что в вашем городе каждый пони будет рад помочь другому. Ваш город просто наполнен дружбой и взаимопомощью. Очень рада такое слышать о нашем городе. Привет, Пинки. Привет. Ну что, тебе нравится вечеринка? Да, нет. Нет, да. Да, эта вечеринка вот просто потрясна. Уху, я рада. Нет, я просто в восторге. Надо спланировать еще множество вечеринок. Я не думала, что ты настолько ответственная. Планируешь вечеринки на несколько дней вперед. Ты шутишь? У меня запланированы вечеринки для всех жителей нашего города на несколько лет вперед. Ты только никому не говори, это секрет. А с несколько лет вперед? Да, я готовлю свои вечеринки за несколько лет, поэтому я и являюсь самым лучшим организатором вечеринок в Понивилле. Похоже, ты и правда самый лучший организатор вечеринок. Кстати, вечеринка подходит к концу, тебе лучше пойти попрощаться с гостями. Хорошо, как-то быстро. Я пошел к гостям. К вам подошли Лира и Бун-Бун. Ух, это была самая веселая вечеринка за всю мою жизнь. Я танцевала за несколько недель вперед. Я рад это слышать. Ну, нам уже пора идти, завтра у нас будет трудный день. До свидания, буду видеть вас на своей вечеринке. К вам подошел следующий гость. Спасибо вам за эту чудесную вечеринку, я очень весело провела время. Ни за что, я был рад вас видеть. До свидания. Ко мне подходит Винил и Октавия. Октавия и Винил. Большое спасибо за то, что пришли и разнообразили эту вечеринку своей музыкой. Это была самая шумная вечеринка, которую я вела. Это было просто потрясно. Я тоже хорошо провела время. Хотя, как по мне, было уж слишком шумно, но все равно мне вечеринка очень понравилась. Я просто в восторге. Все было просто отлично. Спасибо за вашу помощь и удачного дня. До свидания. Пока. Без музыки как-то совсем. Ко мне подходит Релити.
Спасибо за приглашение, я просто восхитительно провела время, мне было очень весело, теперь я не пропущу ни одну вечеринку Пинки Пай. Ты раньше их пропускала, что ли? По-моему, она же твоя подруга лучше. Это просто прекрасно, я рад, что такой культурный пони понравилась эта вечеринка. О, вы не льстите, нет, я правда считаю вас очень культурный и красивый. Я польщена, мне очень приятно слышать это от вас. Я надеюсь, мы еще встретимся. Я тоже на это надеюсь, и сейчас мне пора возвращаться и продолжить работу над моей коллекцией. До свидания, желаю, чтобы ваша коллекция стала самой известной во всей Эквестрии. Большое спасибо за теплые слова и до свидания. Ко мне подходит... Ой, Пинки Пай. Сейчас это будет последняя реплика, и все. Мы на этом закончим. Ну вот и все, все гости разошлись, и тебе тоже пора. Ты вроде как куда-то спешил. О, точно, мне нужно к Твайлайт. Я еще раз спасибо за эту чудесную вечеринку. Ни за что, я была рада поприветствовать нового пони в нашем чудесном городе. Ну ладно, я пойду пока. Пока, удачного тебе дня и кучу кексиков в придачу. Я вышла из сахарного уголка, у меня уже голос садится. Теперь мне нужно было к магазину перья и диваны. Мне стоит поторопиться, Твайлайт наверняка меня уже заждалась. Я пошел в сторону магазина, перья и диваны. Все, на этом закончим. Или я тут дальше что-то будет. Ну нет, я на этом закончу, потому что у меня уже, как вы понимаете, садится голос. Я уже сейчас точно вот это... мне уже плохо на самом деле, потому что реально я читаю вот эти все реплики, и почему-то у меня очень сильно устает горло, голос, и все вот это вот, короче. Но новелла хорошая, мне понравилось, довольно-таки интересно, то есть, ну, как интересно, задела случайно стол. Ну, как интересно, можно сказать, что это как-то однотипно, то есть мы недавно проходили новеллу про Нинпони, и тут сюжет точно такой же, почти. Мы попали в мир пони, да, случайно как-то, и вот как-то вот так вот у нас все получилось. Это немного странно, да, вечеринка, все это, короче, вот. Единственное, что отличает эту новеллу от про Нинпони, это то, что тут сюжет довольно-таки, ну, как можно сказать... Я еще не проходила новеллу, но полностью. Но судя по тому, что Твайлайт собирается нас исследовать, мне кажется, что она имеет в виду, ну, явно не то, что прям вскрыть там, как вот это хотела другая Твайлайт из Брони и Пони, да? Потому что иначе они бы поступили так со мной еще раньше, да? Так что, мне кажется, что тут сюжет довольно-таки, как сказать, не такой интересный, как в My Little Pony. Ой, Брони и Пони. Ну, My Little Pony, Брони и Пони. Потому что там эпик был, там прямо, что он попал случайно, и никто его не знает. И это гораздо эпичнее, чем вот тут. А тут это спокойнее, как-то более там нормальнее. Но, может быть, в будущем будет лучше, я пока не знаю. Я еще не прошла ее полностью, да? Но пройду, точно пройду. Её. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в мою группу ВКонтакте, и если вам понравилось это видео, то вот. Это, если вам понравилась эта игра, то пишите, чтобы я ее проходила, там ставьте лайки. Я, если будет много, там наберется, я ее пройду. Хотя я по-любому пройду, так что ладно, пофигу. Ладно, всем удачи, всем пока.